بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Дорогие мои братья и сестры, уважаемые участники Международного мусульманского форума, сердечно приветствую вас с нашим традиционным мусульманским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Не имея возможности собраться за одним столом, мы, тем не менее, благодарим Господа миров за технические возможности лицезреть и слышать друг друга за тысячи километров в режиме реального времени. И все же технический и технологический процесс в мире в последнее время все более ассоциируется с изменениями климата и разнообразными локальными и глобальными экологическими бедствиями. Люди по всему миру с ожиданиями и беспокойством наблюдают за мероприятиями, посвященными экологической, климатической повесткам. Зачастую декларируемые политиками цели и дорожные карты бывают нереализуемой, утопичной еще на этапы их принятия. И в самом деле чрезвычайно сложно добиться единого и солидарного действия от людей, если это действие лишено идейного и богословского основания отношений человека и природы. Человек издавна осмыслялся как хозяин и властитель природы. В последние столетия это все чаще выражалось в секуляризированной форме, но нужно признать, что такое представление уходит своими корнями в авраамическую традицию и должно быть восстановлено в этом своем значении. В благородном Коране сказано: «Вот твой Господь сказал ангелам: „Я создам наместника на земле“. Они ответили: „Неужели ты поставишь здесь того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь? Ведь мы восхваляем тебя, и мы славим Твое святое имя“. Он, Господь, сказал: „Я знаю то, что не знаете вы“. Человек был поставлен Богом как наместник, несмотря на то, что Всевышний знал о его способности творить нечестивое. Да, человек способен распространять нечестие и проливать кровь, однако человек своей свободой превосходит даже беспрекословно служащих Богу ангелов. Только человек, способный грешить и творить дурное, способен узреть во всей полноте последствия зла и осознать его. Не только лишь формально подчиниться озвученным требованиям, но прочувствовать их внутреннюю необходимость. Лишь принятие, осмысление и рефлексия над тем, что мы делаем, способно вернуть нас к подлинному наместничеству. Мы должны принять экологический кризис как свою ответственность
и перейти от благообразных и пустых нравоучений к глубокой интеллектуальной рефлексии, от экологической проповеди к экологическому мышлению. Преследуя цель развития экологического мышления, нам необходимо пересмотреть отношение к природе. Я бы сформулировал это так: спасти живое от биологии. В религиозных традициях жизнь всегда воспринималась метафизически. Живой – Аль-Хай, одно из имен Всевышнего Аллаха. Покорение природы стало возможно, потому что из природы сделали механизм и объект. Если природа превращается в механизм и объект, то она с неизбежностью начинает эксплуатироваться. Это же означает вернуть благоговейное и уважительное отношение к природе как к творению Всевышнего и месту, где открываются его многочисленные знамения, аяты. Важной составляющей экологического мышления должно стать восприятие окружающей среды не как само собой разумеющейся опции, но как дара от Всевышнего, проявление его милости и щедрости. Выбирая между покорением природы и слиянием с природой, с отказом от лидирующей в ней роли, которые являются двумя крайностями, человек призван выбирать разумное, основанное на нравственном чувстве распорядительства, наместничества. Говоря в современных терминах, человек призван мыслить себя не хищником и не жертвой в окружающей среде, но ее компетентным менеджером, заинтересованным не в эксплуатации или расхищении и не существовании на грани выживания, но в равновесии и внутренней гармонии всей мировой экосистемы. Рассуждая о загрязнении природы, вымирании видов, страдании животных, глобальном потеплении, было бы цинизмом и двуличием не поднять вопрос о страданиях людей, тех, кто прямо сейчас сталкивается с голодом, борется с заразными болезнями, лишился крова, находится в поисках пристанища. Мы должны честно признаться себе, что решение вопроса о взаимоотношении человека и природы недостижимо без решения вопроса в плоскости человек и человек. Является ли сообщество людей экосистемой, в которой есть хищники, а есть их жертвы? Или все-таки человеческое общество имеет другие основания, воспринятые от Всевышнего Господа и сформулированные в качестве нравственных законов существования? И не разрушаем ли мы собственными руками такие экосистемы, как институт семьи и брака, моральных авторитетов, народных традиций, веками обеспечивающих благополучие не только сообщества, но и отдельно взятого индивида? Наше потребительское отношение к природе начинается с потребительского отношения к другим людям,
к своим собратьям. Любые экологические лозунги и глобальные цели, не будь они обеспечены фундаментальным целеполаганием в виде достижения справедливости и сохранения гармонии, воздвигнутой Всевышним Аллахом, грозят вылиться в пустые разговоры. В контексте нашего обсуждения я бы хотел напомнить о двух понятиях, которые играют важную роль в исламе. Ислах ва тадждид. Тадждид обозначает постоянное и внутреннее обновление традиции, остающееся верным ее основам. Тогда как ислах скорее говорит о реформе в духе исправления, выходе на верный путь. Я полагаю, что продвижение этих идей позволит нам разглядеть в той опасности, которую таит экологический кризис, само же спасение для нас. Сохраним данный нам Аллахом прекрасный мир планеты Земля живым и плодоносным. Не зря Всевышний Аллах требует от нас бережного отношения и к земле, и всему созданному нашим Творцом, Создателем Всевышним. Желаю успеха нашему форуму. С молитвами. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.